Новый закон расширил действие дачной амнистии. По упрощенной схеме теперь можно оформить также дома на земле под личное подсобное хозяйство в пределах населенного пункта и под индивидуальное жилищное строительство. То есть то, что мы в народе называем частными домами. Введение в действие упрощенного порядка, оно не отменяет у нас уведомительный порядок, который действует и был введен 340-м федеральным законом с августа 2018 года. Здесь законодатель дает возможность застройщику самостоятельно уже осуществить выбор, каким образом он хочет оформить свой жилой или садовый дом. То есть, если застройщик хочет уведомительный порядок, то, как у нас и предполагалось ранее, он подает уведомление о планируемом строительстве, ну а после окончания строительства подает уведомление о соответствии построенных объектов. Если человек хочет воспользоваться дачной амнистией, то 404-й федеральный закон дает право оформить жилые и садовые дома в упрощенном порядке. Для постановки на кадастровый учет и регистрацию прав достаточно подготовить технический план, приложить декларацию и документ на земельный участок. Под действие дачной амнистии у нас не попадает раздел жилого дома и не попадает оформление жилых домов в блокированной застройке. В данном случае здесь у нас получается, что необходимо получать разрешение на строительство, ну и как следствие затем получать разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Надо отметить, что реконструкция жилого дома попадает под упрощенный порядок, который также действует до 1 марта 2026 года. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».